Производитель видеокарты NVIDIA наблюдает увеличившийся спрос на видеокарты из-за майнеров криптовалют. Глава компании Жен Сюнь Хуан призвал увеличить производство графических процессоров GPU. Дефицит GPU отражается на геймерах, приоритетных покупателях компании. Руководство NVIDIA специально обратилось к розничным продавцам с просьбой расставлять приоритеты в продажах в пользу геймеров, а не майнеров криптовалют. Цена оборудования все еще высока для геймеров, а рядовые майнеры теперь не могут собрать ферму из-за нехватки видеокарт. Ограничения NVIDIA навредили рядовым геймерам и майнерам-новичкам, а крупные производители ферм для добычи криптовалют сохранили и даже укрепили свои позиции.